22 декабря представители местного отделения движения первых города Каспийска организовали выездное поздравление для сотрудников управления ГУ ИЧС муниципалитета. Ребята подготовили для работников различные подарки в преддверии наступающего Нового года. Сегодня мы с участниками движения первых решили посетить МЧС города Каспийска, поздравить их с наступающим Новым годом, подарить им небольшие подарочки в виде подделок, сделанные руками учащихся нашей же школы. Кроме того, участие в акции приняли воспитанники лицея номер 13 имени Расула Гамзатова. После поздравления ученикам провели небольшую лекцию о работе диспетчеров службы ГУ ИЧС. Нас приняли очень радушно, подарили нам тоже подарки, провели нам небольшую экскурсию, поздравили с наступающим Новым годом. Очень приятно. Сотрудники управления ГУ ИЧС города Каспийска также подарили детям подарочные канцелярские наборы и пожелали успехов и удачи в новом году.